Каждый уходящий год оставляет за собой реализованные проекты и приятные моменты. 2021 год был насыщен важными событиями как для Алтай-Крайстата, так и в целом для жителей Алтайского края. Этот год стал годом трех переписей. Весной было проведено сплошное наблюдение субъектов малого и среднего предпринимательства, так называемая экономическая бизнес-перепись. В августе прошла впервые в России сельскохозяйственная микроперепись. В октябре-ноябре всероссийская перепись населения. Все обследования прошли с использованием цифровых современных технологий, что значительно облегчило, ускорило и обезопасило работу органов статистики по сбору данных. Мы хотели бы поблагодарить всех жителей региона, наших респондентов, которые приняли участие в этих важных мероприятиях. Вместе с вами мы сделали большую работу, которая станет основой для дальнейшего развития нашего региона. В наступающем году мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости и уверенности в своих силах. Пусть в ваших домах царит благополучие, любовь и процветание. От всей души поздравляем вас с Новым годом!